Сегодня мы посмотрим и поговорим о фильме, который открыл тему голода и коллективизации. Это замечательная картина 91 года Дамира Манабая «Суржики. Ангел смерти». И сегодня в гостях у нас режиссер. Здравствуйте, Дамир. И эксперт, историк, доктор исторических наук, академик Саттар Мажитов. Здрасте. Вы знаете, Дамир, вот мы много лет знакомы и все время как бы говорим, встречаемся очень часто об этой картине, но я никогда у вас не спрашивала, как все-таки родилась идея снять эту картину? Ну, идея родилась не у меня, конечно. Нет, тут после перестройки, конечно, всякие мысли приходили, наступила свобода, вот это бы снять, это бы снять. Но идея родилась у покойного Оскара Сулейменова и у автора романа «Смоголая любая». Они посмотрели мой фильм «Сайтан Копер» и сказали: «Старик, ты можешь это снять, давай снимем». И еще книга не вышла. Мы еще по рукописи мы писали сценарий. Вернешься в аул, с родичами мира не найдешь. С родным братом поссоришься. Ну а дальше? Говори, не бойся. Дальше сам увидишь. Ну что ж, посмотрим. Саттар Фазылович, вот как историк, что эта эпоха, что значит, ну, как бы для истории Казахстана? Какая она была? Ну, это конец 20-х годов, а точнее, я бы сказал, 28-29-е годы. Это начало конфискации байских хозяйств, точнее, их экспроприации, канун коллективизации. То есть практически фильм успел задеть не только ситуацию, которая была связана с началом так называемого «Малого октября», вот, которая проводилась под руководством Голощёкина, да, а прежде всего здесь вот как раз достаточно подробно показана предыстория коллективизации. То, каким образом наступит потом голод 30-х годов, 32-33 годов, и то, каким образом казахский народ лишится почти более половины своего населения. И самое здесь достоверное – это, конечно же, образы людей. Практически каждый герой, даже самый эпизодический, он представлен вот достаточно панорамно, что ли, конкретно в то же время. Отгадала. Отпусти. Не отпущу. Хочешь играть? Нарожай своих и играй. Отпусти. Дамир, вот вы начали говорить о том, что писали практически по рукописи романа «Акбуз». Да. Как вот идея, что ли, тогда разрабатывалась? Или вот почему? Само построение фильма. Да. Вы знаете, роман затрагивает же такой широкий пласт, захватывает там почти до 35-го, до 36-го года. Там дети попадают в детские дома, потом в школы. Там их обучают грамоте, воспитывают. Вот там так. А мы решили, все это не влезет в два часа. Мы со Смоголовым сказали: давайте мы возьмем историю аула от того, как приезжает этот уполномоченный Суржикей, и до того, как исход аула, как он погибает в песках. Вот только это. Ограничимся этим, я сказал. Потому что все охватить невозможно. Я же человек вообще далекий от скотоводства и сельского хозяйства. Я все время думал, почему народ погибал после того, как конфискация произошла. И вот когда мы поехали в Мангыстау, когда мы увидели эту землю, на которой трава практически не растет, мы приехали, и там был совхоз коневодческий, туда корма возили с Кокчетау. Сочную зеленую траву им привозили. Вот этот там герой соцтруда, председатель колхоза был. Вот так делали героев, ты понимаешь? Вот теперь представьте себе вот эту землю, где стоит только один день посидеть на месте,
аул на месте поселить, все, все вытоптается, и все, и нет, нет, уже есть, нет корма для скота. А нет корма для скота, значит, погибают и люди. Вот тогда я понял, почему это все произошло. Стоит только казахов посадить на одно место, еще же их заставляли перестать кочевать, посадить на одно место, все, они погибают. Вы знаете, вот это страшное слово, у меня Пашка говорила, конфискация. Таким казахским. Конфиски. Конфиски, да. И на самом деле, вот мне кажется, удивительно то, что здесь два героя, два брата, то есть это как бы два варианта развития, ну, как бы поведения или там развития истории, да? То есть остаться на родной земле, там, где похоронены предки, и погибнуть от голода, либо пересечь как бы границу, ехать, там, сбежать, убежать. Да, спастись. Дай бог еще, если это удастся, если тебя на границе не настреляют и так далее. То есть вот вы сейчас начали говорить, Саттар Фазылович, что почти половина населения, да, погибла, кто-то от голода, кто-то вот пересек грышу, а точнее могли бы по цифрам? Вы знаете, вообще вот в последнее время эти цифры по-разному, так сказать, приводятся. Кто-то говорит 5 миллионов, кто-то говорит 4 миллиона, кто-то говорит... Но если исходить из того, что казахов было всего 5 миллионов, то, вы знаете, официальная историография дает цифру 1 700 000 казахов вымерло. Более 400, так сказать, в другой национальности, других, представителей других этносов, и более 600 тысяч выбыло за пределы Казахстана. То есть, в любом случае, половина населения? В любом случае, получается, треть населения. Дело в том, что, вы знаете, вот не надо гоняться, вот иногда вот у нас бывает, что вот как бы, чтобы показать масштаб этих жертв, да, вот трагедии, увеличивают эту цифру. Есть мировой такой подход, мировая социология, так сказать, да, в методике, говорится о том, что если более 30% населения, этноса, вымирает, то этот этнос больше не возрождается. То есть, если мы будем говорить, не восстановится уже. То есть, нет вот смысла увеличивать эту цифру, даже, вот знаете, иногда вот бывает, чтобы вот нагнать побольше красок, что ли, я не знаю, вокруг этой трагедии. Бывает, что, вот говорят, 3 миллиона, но из 5, если бы 3 миллиона, то сегодня казахов бы как таковых не было. То есть, мы должны грамотно к этому подходить. Вторая вот проблема, это седентаризация, вот то, что Дакин только что сказал, да, вы знаете, действительно, вот это оседание, седентаризация, она происходила очень жесткими методами, практически. И слишком быстро, да? Очень быстро. Вы же видели в фильме, да, вот практически, ну, из ничего делали этих баев. Вот вообще, вот таких вот крупных байских хозяйств было всего 3%. Вот. А самый бедный казах вообще-то, да, он имел, как правило, не менее 20 голов овец. Это считался бедный человек. То есть и таких привлекали. Потому что стоит только случиться джуту, он уже все, да. Вел как сокол. Вот 20 овец, они погибают мгновенно. Есть такое выражение на казахском, да, байдын байлыгы бір жұттық дейді, бір жұтқа дейін. Вот один джут, он практически превращал того же бая в бедняка, то есть всего он мог лишиться во время одного только джута, а они часто происходили. Здесь вот Мангистау вы показали, да, а вот если брать Голодную степь, Ческазган, вот это, да, Карагандинская область. Это же практически действительно места, где вот этот вот наш климат особенный, казахстанский, да, казахский, суровейший, да, вот резко континентальный, он себя обнаруживал. И самое страшное, что вот в фильме показано, вот вы знаете, что мне понравилось в фильме? Там показано, как создавались первые, это даже не аул был. Вот такие юрты, вот когда подряд ставили, напротив еще несколько юрт ставили, и говорили, вот колхоз имени Ильича открыт.
создан. Понимаете? Так оно происходило. То есть, хотя на самом деле, понимаете, люди не понимали, что такое колхоз, что такое совхоз. Практически их туда сгоняли, в эти места. Причем часто, как вот в фильме хорошо показано, вот они были вынуждены уходить в эти песчаные места, полупустынные места, потому что бежали от нового, от неведомого и боялись потерять себя люди. Эй, парень, шел бы ты домой. Какой дом? У пролетариата не бывает дома. У пролетариата не бывает ни родителей, ни братьев, ни жены. Вы знаете, мне очень нравится сцена раскулачивания бая. То есть, что такое бай? Да, ну это вот как бы в отличие там от соседних юрт, у них есть швейная машинка. И вот когда идет раскулачивание, то есть приходит... Ну, правильно говорят, что казахский бай – это просто кулак, если по-русски говорить. Кулак, то есть один из зажиточных, и все. Он не такой уж богат. Сколько документов, в которых вот люди жаловались, писали же наверх, так сказать, да, и жаловались, говорили, вот этот бай нас, он кормит, он нам одежду дает, обувь дает, и так пищу дает, понимаете, практически порой вот в баев превращались люди, которые просто занимались благотворительностью или же обеспечивали своих ближних. Вот. Человек женится, ему дают... Да. Отауда. Так вперед, ага. И с родственниками он уходит. Да. Все, он там бай. Он обязан о своих родственниках заботиться. Вот что такое бай, ты понимаете? Ну, это вот не Чеге, вот это вот, как ему юрту он эту сделали. Куратор этого аула, так скажем, да. Спонсор. Да. И все. Вот это бай. А я вот хочу на этой сцене обратить внимание, как с одной стороны женщины вроде как радуются, они растаскивают там корпи. Ну, родственники, они же мирно не живут же, они... Это да, это без зависть. Этого не бывает, да. Это а потом, желание. Когда вот старушка, вот эта слепая старушка, как бы понимает, что происходит, и понимает, что его не просто забирают, а его, скорее всего, убьют, и она не слышит этого выстрела, этого не знает, но она не, понимает, что она происходит. Она не видит, но понимает. Да, что это трагедия. Она и вот этот знает. Плач. Нет, мы хотели, вы понимаете, мы все время думали, как же снять вот это вот... грабеж этот, по-другому не назовешь. Мы пришли к выводу, что надо снять его. Он должен начинаться смешно. А ты меня подловила на этом, там, знаешь, женский скандал, который перерастает в этот грабеж. Он начался с женского скандала. А ты меня видела? А ты меня из-под него вытащила? Там вот такой женский скандал. И после этого начинается вот это вот все. Началось-то со смешного. Ну, официально прям позволенное мародерство, да? Да, конечно. Практически вот власть разрешила, я решаю, вот Суржакей решает, понимаете? Больше никто там. А там действительно больше некому решать. Вот. И оказалось, что вот эта тонкая человеческая пленка, она слетает мгновенно, оказывается, с людей. Потому что ставилась не просто задача там... конфискации. Вот, практически это была даже не конфискация, это была экспроприация. Экспроприация, да. Да. То есть у богатых, у зажиточных забирали их собственность. То есть ставилась-то задача уничтожить частную собственность. Вот поэтому в эти моменты, когда вообще человеку, да и сегодня это свойственно, когда вопрос касается собственности частной, да, то человек, в человеке такие инстинкты пробуждаются, вот, которые действительно... Те времена, 20-е годы. Ну, возьмите вот. Сейчас передачи телевидения, где делят наследство. Такие страсти кипят там, готовы друг другу выцарапать глаза. Вы знаете, а вот эти эпизоды, когда режут скот, это же очевидно, что, я не знаю, транспорт там, я не знаю, отсюда из Казахстана до России, он прогниет или там, ну, это мясо не дойдет, это... Это не, это нет, не... и не было возможности это все увезти. И там не увозили. Резали это... лошадей, складывали их в штабеля на вокзале. И они гнили же. А часового там с этим, с ружьем, убитый лежал рядом с этой горой гнили. Вы это все снять не смогли. Вот вы сказали, вы знаете, все равно это все чувствуете, как...
подтекстно, через диалоги, монологи героев это чувствуется. Вот особенно мне, знаете, запомнился момент, когда Асберген, да, лишается своих детей. Помните, он рассказывает о том, как жена себя застрелила, а потом дети попали в детский дом, и когда он туда пришел, детей не оказалось. Вы знаете, сколько таких случаев было? Подвалы, забитые трупами детей. Возможно, эти дети даже, так сказать, не выжили. Может быть, отец находился рядом, а дети где-то в подвале. Вот есть документальные источники об этом. Вот в семье такие вещи происходили в те годы. То есть практически, а часть детей, вы знаете, которые лишались родителей, особенно сироты, они становились так называемыми государственными детьми. Вот как-то вот, как раз на волне перестройки, гласности, когда начали о белых пятнах истории говорить, вот, собственно, и фильм-то появился благодаря тому, что вот белые пятна истории раскрывались, да. Вы знаете, один из журналистов писал о том, что вот таких государственных детей насчитал он где-то более 20 тысяч. И судьбы этих детей неизвестны. Куда они делись? Которые, что с ними? Которые прошли вот эти интернаты и школы? Да, да, да. Они стали НКВДшниками. Ну, да, это да. Вот из них сделали вот этих НКВД с детских лет. Понимаешь, воспитывали людьми, которые вот это без... манкуртизм, да? Да, манкуртизм. Которые могут сделать все, что им прикажут. С кого начнем? Говоришь, Игорь? Так, значит, признаетесь во всем? Эй, Щеге, ты где? Пошел вон! Знаете, вот это сейчас мы как-то уже спокойно, ну, то есть 30 лет независимости, мы об этом, особенно в начале, как вы говорите, 90-х годах эта тема поднималась, и как бы все и так далее, да? И, а ведь в советское время было запрещено говорить и о джуте, и о потерях, и вообще все это было такое большое табу. А сейчас мы немножко не то что забыли, а в каком-то смысле, ну, как-то успокоились, что ли. Ну, открытые данные есть, все и так далее. Но мы не говорим о том, о тех последствиях. Это же не только народ, значит, там, треть, да, населения погибло. Это какой был поселен в сознании страх. Какая вот эта оседлость, да, я говорю, какая она сильная оседлость, потерянный образ жизни, кочевой образ жизни. Значит, русификация, коллективизация. Все выбили, выбили из-под народа почву, точку опоры, понимаете? То есть люди, они поняли одну вещь, они никто. Они третий сорт. Язык третий сорт, культура третий сорт, все третий сорт. И выросло поколение, которое боялось. В город приезжали и вели себя, как будто они за границей, а не на собственной земле, понимаете? Многие, да, да. Вот в фильме вот не показано, да, но многие просто резали свой скот. Вот так вот оставляли и уходили в города, лишь бы не попало в руки вот таких суржикеев, понимаете? Вот. А ведь задача еще и ставилась разрушение традиционного хозяйствования казахов. Практически коллективизация, это была почвой для будущей индустриализации. И здесь, так сказать, вот эта традиционная структура, она хозяйствование, да, она просто должна была быть разрушена. Вот. Должны были возникать города в степи и так далее. То есть вот это все дело сознательно. Вы обратили внимание, что в фильме очень вот это вот лейтмотивом идет вообще образ Коркут-Ата. Вот, я тоже хотела об этом сказать. Вот эта вот слепая женщина все время рассказывает вот про эту легенду, и как бы заканчивается эта тема на моменте, когда этот спрашивает, а вообще, чем это вообще все закончилось? И она ему дает такой дельный, четкий ответ по поводу того, что он пошел на середину, на лодке на середину Сыр-Дарьи, и к нему никакая смерть не могла подступиться. А для меня вот этот миф о Коркуте, он звучал как трагически все равно, потому что то есть вот эта вот эпоха, когда куда бы ты ни шел, ты везде встречал смерть, и мне кажется, вот это сильнейший эпизод, да, финал, это... когда люди в саванах, как бы вот не в саванах, а в своем одеянии, в этом песке, как в саванах. Вот. Расскажите немножко, да, как вот этот операторы эпизод, да, или как, да, да, вы придумали эту сцену? Ну а как иначе?
Это как-то уже пустыня уже апоэтизирована. Она не связана с жизнью. Она связана всегда со смертью. Возьмите любой роман, любую легенду. Пустыня – это немножко это. И поэтому мы с оператором сказали, давай мы на белом песке снимем людей в белых одеждах. Ну, что мне нравится вот в картине «Дамир», да, у вас соблюдена вот некая такая, ну, как бы этическая норма, потому что понятно, что и было и людоедство, и вот как были и детей. Нет, и есть вещи, на которые пойти не можешь. Да. Пойти не можешь. Может быть, у вас не так много показано вот этих ужасов, но именно «Суржики ангелов смерти», он почему-то вот за счет этих образов, за счет масштаба, он действует на тебя. Я вам покажу. Я Суржики. Стройся в одну шеренгу. Вот так мы пойдем в светлое будущее. Вперед, марш! Ура! Кричите все! Спасибо большое, Дамир. Спасибо большое, Сатар Фазылович. На самом деле, я думаю, что вот такая маленькая преамбула разговора о картине сейчас зрителям позволит немножко по-другому посмотреть на фильм. Прошло время, и необходим новый взгляд. Поэтому я хочу пожелать зрителям приятного просмотра и до новых встреч!